искупить вину любой ценой, Игорь пойдет на все ради примирения с Проскуряковой. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова долгое время находились на грани разрыва. Супруги постоянно давали поводы для подозрений в возможных интрижках на стороне. Певец часто ездил в Санкт-Петербург. Возможно, в городе на Неве музыкант посещал любовницу. К тому же, Игоря подловили на подозрительном интересе к дочери Серова Мишель, поскольку супруг Проскуряковой лайкал пикантные снимки молодой девушки. Тем не менее, последняя публикация Николаева наталкивает на мысль, что опасность все-таки миновала, а супруги нашли общий язык и помирились. Удары судьбы их не сломили, по-видимому, певец вернулся в семью ради дочери. Вероника только начинает познавать мир, а скандалы родителей и выяснение отношений негативно сказываются на психике детей. Юлия тоже не отставала от мужа и постоянно щекотала Николаеву нервы. Проскурякова учится в ГИТИСе и частенько хвастается молодым студенческим окружением. Вряд ли Игорь оставался абсолютно спокойным, когда супруга постоянно крутится в компании более молодых и энергичных парней. Не так давно Проскурякова показала бриллиантовый перстень, и в СМИ тут же заговорили о появлении любовника у певицы. Тем временем Николаев вовсю развлекался на гастролях в компании Вайкуля и Пугачевой и регулярно демонстрировал бурный досуг с коллегами по сцене. По всей видимости, Юлия нашла чем ответить на неверность композитора и закрутила роман на стороне. Тем не менее, этот перстень мог стать обыкновенным способом вызвать ревность у мужа и привлечь его внимание. Теперь Николаев весело проводит время с Вероникой, а Проскурякова размещает фрагменты выступления на Первом с песней «Мой мужчина», будто с отсылкой к супругу. Остается только надеяться, что Игорь и Юлия сохранят свой брак и не позволят взаимным обидам взять верх над стремлением к совместному счастью.